Вопрос. Перечислите характеристики для микросервисной архитектуры. Итак, первое. Модули легко можно заменить в любое время. Они разрознены, они деплоятся отдельно друг от друга, независимо. Второе. Каждый модуль сделан вокруг конкретного функционала. Ну, то есть, все модули организованы непосредственно то, для чего они сделаны. То есть, один микросервис выполняет одну и только одну, и желательно элементарную функцию. Дальше, третий. Могут модули быть реализованы с использованием различных языков программирования, фреймворков, платформ, в конце концов, в разных контейнерах, в разных службах. Ну, в общем, абсолютно нет конкретного определения, где, на чем, как могут быть сделаны модули. Главный приоритет на максимальную эффективность каждой конкретной функции. И четвертое, не самое последняя функция для микросервисов – это возможность быть одноранговыми по зависимости. То есть все микросервисы одинаково важны в структуре, извините, микросервисной архитектуры. Все.